Послушай, пожалуйста, уберись, пока я буду на работе. Да-да, милая. Я весь день убирался. Ну, а? Потрясающе! Ты такой умница, Лёша! Ты правда все это сделал сам? Ты просто умничка, милый, золото ты моё. Ну, я теперь полежу, а ты ужин готовь, да? Какую дочь? Чью дочь? Нашу дочку на гимнастику. Ты же сам мне обещал вчера. На нашу... В смысле нашу? Леш, слушай, хватит придуриваться. Вставай, пожалуйста. Это не смешно. Че ты несешь? Папочка, ну ты же обещал меня отвезти на гимнастику. Будем сегодня или нет? Давай подождем сейчас, пусть они проедут все и потом. Да сейчас живот свободно, ну. Да, подождем. Автобус на остановке остановился. А что такого? Ну обгоняй. Не знаю, я никуда не тороплюсь, а ты? Видела, я сейчас проскочила, я просто херосел исполняет. Ой, чё? Сейчас я приеду, сейчас я буду валять. Лёш, поехали. Хорошо. О, Лёш, слушай, сфотографируй меня, пожалуйста. Ну, это же не сложно, что ты.
Ладно, да все так и красиво, ладно? Угу. Да, классно. Очень здорово, красиво, да. Все, все классно. Спасибо, Лёш. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Лёша.